после того, как показали наш сюжет про нашу беду, ну, в помощь местная администрация, это вот наша пришла ко мне, вот они помогают мне собирать документы. Большую часть документов взяли на себя. И я благодарна председателю сельсовета, или сейчас, как говорят, главе администрации нашего сельского поселения, Ришату Расимовичу и его секретарю Татьяне.